Ребята, привет! Так, сегодня отвечу на вопрос моего подписчика и заодно покажу вам схему, как получать в раздачах бесплатные НФТшки. Для тех, кто, во-первых, не подписан на мой телеграм-канал, обязательно подпишитесь, ссылка будет под видео, потому что, ребята, тут всякое может быть, слышим уже такие прогнозы, что отключат, возможно, YouTube там или ограничат как-то, чтобы не потерять связь со мной, чтобы не потерять все проекты, которые я пощу в своем телеграм-канале, лучше подписаться на него заранее, и плюс, опять же, там больше всяких проектов. Итак, ребята, смотрите, вчера буквально, по-моему, я запостил проект, который раздает свои НФТшки, проект называется Indigo, это НФТшка, ну, во-первых, бесплатно, тут не надо никакие там средства, там есть разные минты, там можно, ну, какие-то там деньги просят в крипте, здесь абсолютно все бесплатно, сегодня покажу это именно для новичков, будет интересно. Также, друзья, тут задавали вопросы, как их продать, как там, что с ними сделать. Я не советую сейчас продавать, сейчас цена их не такая большая, а возможности в дальнейшем, она будет использоваться. Здесь можете почитать, опять же, в моем телеграм-канале, я не буду сейчас останавливаться. Она для геймеров, здесь будет это, такой пропуск в игры, будут плюшки, будут, возможно, еще другие раздачи. И плюс, естественно, она может очень сильно вырасти в цене. А сейчас там вы можете за несколько баксов ее продать, там, я не знаю, 4, там 14, может 20 баксов, но все равно это не те деньги, которые нам, я думаю, с вами интересны, поэтому не советую пока продавать, нужно дождаться запуска игры, запуска проекта, и тогда уже смотреть, какие будут плюшки падать и какая стоимость реально, потому что это так же самое, как и с биткоином, когда вначале их раздавали вообще практически бесплатно, а сейчас это стоит уже там десятки тысяч долларов, поэтому, ребята, показываю, что нужно сделать, смотрите. Во-первых, вам нужен кошелек MetaMask, можете скачать его с своего там маркетплейса, в зависимости от того, что у вас там, я не знаю, там iOS или Android. Я показывал, кстати, на своем, опять же, телеграм-канале, есть и на YouTube-канале, как скачать, установить, вообще там, если вы новичок, абсолютно посмотрите. Я уже показываю для тех, у кого уже кошелек есть. Смотрите, заходите в кошелек, скопировали ту ссылку, которая у вас есть в раздаче в данной. Здесь смотрите, я тоже это уже, кстати, показывал. Здесь раздача идет в сети Polygon. На этом кошельке, смотрите, нету сети Polygon, здесь только Ethereum. Значит, смотрите, три полосочки слева в аккаунте, нажимаем, заходим в браузер и здесь вводим такой сайт chainlist.org. Здесь можно абсолютно, опять же, бесплатно и очень быстро подкинуть кошельку MetaMask любую сеть. Смотрите, для начала вот здесь вот, где лисичка, здесь я подконнектил уже, у меня подконнекченный мой кошелек, и поэтому вам нужно будет, здесь будет connect, wallet, по-моему, написано так. Вы нажмете, там, согласитесь и подключится, подконнектится кошелек. И дальше смотрите, пишите, так как в данной раздаче именно сеть Polygon, так и пишите. Polygon, вот, mainnet, это MetaMask. Смотрите, здесь нажимаем одобрить. Переключить сеть. Так, теперь возвращаемся назад. Проверяем. Нажимаем здесь кошелек. Вот, Polygon Mainnet. Так, вот она. Да, вверху написано Polygon 0 Matic. Теперь смотрите, опять же, возвращаемся назад в браузер. И вставляем ту ссылку, которую мы скопировали в раздаче. Здесь нужно ее вставить именно в браузере. Итак, нажимаем здесь, ссылку скопировали, вот, нажимаем перейти. Смотрите, ребята, если подобная раздача будет, например, в сети это Binance, Smart Chain или других, там вы просто в том же chainlist.org сайте выбираете сеть, например, Binance, и также точно добавляете сеть, и в ней делаете все то же самое. Здесь, смотрите, здесь листаем вниз, сейчас посмотрим, Где тут эта раздача? Вот, Connect Wallet. Нажимаем. То же самое, надо подконнектить ваш Wallet, кошелек. Теперь смотрите, нужно перейти в их Discord. Если вы еще в Discord не зарегистрированы, зарегистрируйте. Нажимаем. Теперь смотрите, перешли вы в свой Discord, залогинились. Теперь написать «Авторизовать». Жмем авторизовать.
Все, вы авторизовали опять. Ждем, когда подгрузится. Здесь мне пишут, естественно, что вы уже типа заминтили свой бейдж НФТшку. Я уже это сделал, естественно, на компьютере. Я просто показал вам для того, чтобы вы поняли, как у вас здесь будет там клейм или какая-то кнопка там сминтить. В общем, разберетесь, я думаю, там уже без проблем. Дальше смотрите, нажимаете вот это после того, когда заминтится, покажет, что ваш вы там типа владеете этой НФТшкой, вы нажимаете на View on OpenSea. Нажимаете сюда, и дальше я уже продукты, покажу, они раздают свою монету, но сегодня будет непростой аирдроп, непростая раздача. Расскажу, чем он отличается от других аирдропов, которых очень много там в интернете можно найти. Смотрите, большинство аирдропов, они раздают монету, которая еще не торгуется на биржах, например. Там, даже если вы получите эту монету, вы потом ее не сможете продать, или будете ждать долго, или вам там что-то не хватит комиссии, или еще какой-нибудь придумают. Вариант, так сказать, не отдавать вам эту криптовалюту. Здесь уже монета торгуется на бирже, торгуется на обменник, ее можно покупать, продавать. Плюс еще, смотрите, такой жирный плюс, жирнейший плюс. Эту монету можно отправить на стейкинг и получать от 11% в месяц. Ежедневно будут каждые сутки вам падать вознаграждения, и вы дальше можете уже там, например, наращивать свой стейкинг, там что-нибудь делать, покупать, продавать ее. В общем, заниматься. Плюс, опять же, все мы любим реферальную программу. Здесь целых 10 уровней. То есть все ваши друзья смогут очень хорошо и сами заработать, и, естественно, вы заработаете. Если вы скажете, что, блин, там, я не умею там приглашать, я не умею на этом зарабатывать, ничего страшного, я тоже когда-то не умел ни зарабатывать, не умел записывать видео. Для смотрите видео, я расскажу о том, какое будет предложение для тех ребят, которые активны, которые заинтересованы в том, чтобы научиться зарабатывать, не просто копеечки собирать в интернете, там капчи какие-то разгадывать, можно там участвовать в проектах, которые там ничего вам не принесут, только время потеряете. Кстати, для тех, кто не знает меня, кто первый раз на моем канале, расскажу о себе. Меня зовут Олег, я больше 10 лет зарабатываю в интернете, только в интернете. И где-то